что такое ошибка выжившего на примере темы питания и образа жизни человека. Досмотри это видео и узнаешь ответ. Рассмотрим один из самых частых примеров. Люди говорят: вот вы следите за питанием, занимаетесь спортом, а мой сосед, условно назовем его Борис, дожил до 100 лет, каждый день выкуривал по стакану махорки и выпивал по 2 бутылки водки. Вопрос: зачем напрягаться, если другой мой сосед, условно назовем его Геннадий, каждый день бегал, делал упражнения, не пил и не курил, но прожил только 90 лет? Этот пример – наглядный образец ошибки выжившего. Потому что если бы Геннадий жил как Борис, которому просто повезло от природы родиться более крепким, то он бы скончался уже в 30 лет, а он прожил до 90. Тот же Борис мог бы прожить еще более качественную и долгую жизнь, если бы не загубил себя деструктивными привычками. А человек, который приводит такой пример, обычно понятия не имеет, к какой группе он в результате относится сам, и узнает он это только когда уже будет поздно. Итог. Копируя более крепкого от природы человека, там, где он выжил, ты просто-напросто скончаешься. Поэтому следить за питанием и образом жизни крайне важно. Подпишись и поставь лайк. Здесь все про питание, мышление и тренировки.